В административном центре итальянской области Сардиния, городе Кальяри, состоялась конференция, посвященная 15-летней годовщине Чернобыльской катастрофы. Италия – одна из тех стран Западной Европы, которая оказывает большую помощь белорусскому народу в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Для участия в конференции, организованной посольством Беларуси в Италии совместно с общественными гуманитарными организациями Сардинии, была приглашена делегация Республики Беларусь в составе представителей органов государственного управления, общественных организаций и врачей. Президент области внес конкретное предложение, значит, Беларуси подыскать сейчас проект гуманитарный с тем, чтобы могла область Сардиния внести определенную часть своих средств на развитие социально-гуманитарных программ, направленных на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы. Лишь за последние 3 года благотворительными организациями Италии в пострадавшие районы была направлена гуманитарная помощь на сумму свыше 26 миллионов долларов. Сенат Италии поддержал проект по созданию производства чистых продуктов питания в загрязненных районах. Неправительственные организации Италии участвуют в финансировании строительства больниц, ремонта детских домов и школ. Италия на протяжении 10 лет оздоровила в этой стране более 400 тысяч наших детей. Ежегодно Италия оздоравливает 30 тысяч детей. И сейчас наблюдается тенденция к росту. Большое внимание итальянская сторона уделяет вопросам психологической адаптации белорусских детей и принимающих их семей. На конференции обсуждались проекты повышения эффективности и использования новых форм оздоровления, постоянно действующие лагеря, временная опека на расстоянии и другие. Наша конференция дает последствия, хорошие последствия для Сардинии, для Беларуси, чтобы не только принимать детей, но что дети – это маленькие посла, которые могут потом передать традиции, культуры белорусских. Потому что это народ, который имеет огромные традиции, огромная культура. В ходе работы конференции члены белорусской делегации ознакомили присутствующих с приоритетами государственной политики по минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Представили анализ социально-экономических, экологических, медицинских и психологических последствий катастрофы для Беларуси. Региональные и местные средства массовой информации отметили намерение неправительственных организаций острова расширить программу гуманитарного сотрудничества с Беларусью. Участие настолько было активным, таким заинтересованным, что вот мы все время думаем о том, что невозможно разделить сейчас эти два народа – итальянский народ и белорусский народ. Кристина Момот, Дмитрий Чумак. Специально для программы «Резонанс».